Стихийное бедствие в Северной Осетии. Этой ночью с горной вершины у поселка Кармадон сошел гигантский ледник. Найдены тела четырех погибших, остальные числятся пропавшими без вести. Нельзя бояться всего, нельзя бояться того, что что-то ты нарушишь. Вот он действительно страшная звезда. Он общий центр, именно его личность. Парни хотели иметь такого товарища, а девушки хотели встретить судьбу в виде Сережи. Притягивал к себе. Данил Багров для меня практически реально существующий человек. Готовились к съемкам фильма «Брат», был сценарий, главного героя не было. Ну, что, давай вместе сделаем кино. Его заслуга в том, что он не актер. У него была одна способность – быть естественным. Парень – искусствовед. Как мог интеллигентный мальчик сыграть убийцу? Если бы на его месте был какой-нибудь другой человек, я бы не написал даже такой сценарий. Готовы? Да. Если я всю жизнь буду только актером, ну, это значит, я просто... Что-то у меня не получилось. Сережа Бодров был режиссером. Далеко не все, кто снимает кино в качестве режиссера, достойны этого названия режиссер. Он снял одно кино и будет дальше всю жизнь снимать. Хочется как бы изменить. Ну, если не содержание жизни, то какую-то его внешнюю линию. Он светлый человек. У него вот эта сила есть, которая из него исходит. Он действительно с нами. Он существует и существует. Это же, в конце концов, в общем, просто кино. Хотя там для меня уже не просто кино. Где твои крылья, которые нравились мне? Вот скажи мне, американец, в чем сила?